Привет всем, это Антон Пелюганов. Итак, приступим. Что нам нужно? Нам нужно посчитать, сколько у нас количество символов в каждом слове. И нужно посчитать количество слов. Правда, не помню где. Ладно. Количество символов считается по формуле для русских DLSTR, длина строки, для английских LEN. Пишем равно DLSTRN, указываем количество, где переходим на наше слово, нажимаем Ctrl вниз, переходим на самое последнее слово. Переходим вправо, нажимаем Ctrl вверх, выделяем ячейки, вставляем формулу. Дальше нам нужно отсортировать. Добавляем новую строчку. Пишем название, как бы заглавие. Выделяем, применяем сортировку фильтр. По убыванию фильтруем. Получаем максимальное значение 62. Делаем небольшую статистику. Берем, нажимаем единичку. Создаем через прогрессию 62 записи и statistics, и есть формула count if. Или счет если. Она считает, сколько в диапазоне встречается по критерию. Указываем диапазон слов и критерий. Вот это число. Так, почему 0? Потому что у нас нет таких буквочек. Теперь берем это все, копируем. Вставляем на новый лист. То есть мы можем все просто заново написать, но чтобы этого не делать, сразу же вставляем. Опять пишем. Ну, так как я вставил там значение, то мы опять пишем подсчет строки. Выделяем диапазон. Сразу же получаем статистику. Получается, что у нас 23 это максимальное, которое есть в Мони-Вильямсе. Остальное удаляем. Скопировали. Значит, для начала пройдем. А вы не видите, что я делаю? Мы все тетю переодевай и деваю. Тетя, переодевай и деваю. А тетя, прямо офиски.
каждую вкладочку просто добавим строчку. Для того, чтобы мы могли спокойно работать. Забираем последний. Копируем. Копируем, копируем. Сейчас только останется пройтись, посмотреть. Идем смотрим, где он у нас кончается. Каждый список. И или удаляем, или добавляем лишнее. Как быстро перейти на конец строки? Вставляем строку, нажимаем Ctrl и вниз. Нажимаем Ctrl и вниз. Бывают пробелы. Почему бывают пробелы? Потому что некоторые списки созданы из нескольких словарей. Или, возможно, это были новые поддиапазоны. И, скорее всего, из-за этого они имеют так. Ну и все. Если где-то статистика будет превышать. Так, ну теперь соберем просто статистику в кучу. Копируем и вставляем как значение, так как ACC VE BHS .
ну и так далее.